Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала. Приветствую всех. Сегодня я вам предлагаю информацию очень интересного рода, поэтому предлагаю сразу, изначально создать вокруг себя кокон времени и складывать эту информацию до поры, когда вы ее начнете воспринимать естественно. Итак, послание Галактической Федерации Света от 12 января 2016 года через Шелдон Нидл. Пришло время для многих ключевых объявлений о нас. Это должно начать цепную реакцию, которая навсегда изменит вашу сферу. Это включает в себя новую, более справедливую финансовую систему, процветание и новое руководство. Будьте готовы поражаться тому, что должно произойти. Приветствуем! Многие ожидаемые операции были отсрочены в результате чрезмерной осторожности и обеспечения излишней безопасности. Те, кто временно управляет этими фондами, глубоко обеспокоены и, следовательно, вернулись к тому, что позволяло им на начальном этапе работать со скоростью черепахи. Эти действия замедлили доставку и изменили сроки поступления денежных сумм. Теперь темп более обдуманный, чем нам предлагали первоначально. Эти фонды снова находятся в руках тех, кто чувствует себя более комфортным. Прежний темп, который определен серией специальных проверок на каждом этапе операции. Используется специальный метод тайного перемещения больших денежных сумм через границы. Мы убеждены, что замедление процесса способствует двум вещам. Во-первых, это ведет к значительной отсрочке многих будущих заявлений, которые должны сигнализировать о начале нового управления и перезагрузки валютной системы. Во-вторых, это замедлило предварительные сроки массовых арестов и прекращения мошенничества в мировой банковской системе. Эти задержки являются еще одним признаком того, насколько тяжел отход от старого темного порядка, который управлял этой сферой в течение многих тысячелетий. Даже при том, что мы имеем средства и доказательства, способные привести к поражению этих одиозных личностей, это достаточно трудно. Даже после ряда соглашений об ускорении этого жизненно важного процесса. Темные понимают степень, до которой силы света пропитали тех, кто знает, насколько действительно коварны методы их бывших темных хозяев. Эта старая история снова и снова вызывает опасения, даже если они на самом деле излишни. Мы приносим глубокие извинения за эти очень медленные действия. Тяжело идти вперед, когда постоянно ставят подножки. Ваш мир весь глубоко пропитан старыми установками. Наша задача – изменить его и позволить свежему воздуху проникнуть в эту операцию. Следовательно, мы ожидаем, что этот процесс должен вскоре начаться. Даже те, кто полны опасений, стремятся к великому изменению этой реальности. Таким образом, старые методы должны быть полностью отвергнуты. Поскольку изменения продолжаются, оставайтесь сосредоточенными на победе. Мы убеждены, что все полны решимости положить конец отвратительным методам темной клики. Эта клика использовала свою власть, чтобы вселить страх в
все извратить и внести замешательство. Мы знаем, что эти методы исчерпаны для того, чтобы сделать что-нибудь положительное. Несмотря на этот страх, в определенной степени происходят активные действия. Нелегко справляться со страхом, который давлел так долго, но тем не менее действия происходят. Происходит то, что необходимо для изменения самой основы этой реальности. Тьма теперь знает, что ее дни ментального контроля подошли к концу. Пришло время для многих ключевых объявлений о нас. Это должно начать цепную реакцию, которая навсегда изменит вашу сферу. Это включает в себя новую, более справедливую финансовую систему, процветание и, конечно, новое руководство. Будьте готовы поражаться тому, что должно произойти, поскольку вы переходите в эту новую эру. Знайте о том, что это действительно означает. Старое восприятие, к которому вы привыкли с детства, больше не должно применяться. Это должно стать началом новой реальности для всех. Долгое время вы были пешками группы темного повелителя, который создал группу приспешников, которых мы называем темной кликой. Эта клика бросила вызов небесам и за последние несколько десятилетий создала сферу, которой они намеревались вечно управлять по своему желанию. Это желание было дьявольским, и в результате происходящего вы вскоре станете свидетелем этих арестов и временного удаления от вас. Эту группу шарлатанов нужно судить, и их добытая нечестным путем прибыль должна быть перераспределена среди вас. Используйте это время, чтобы оценить происходящее. Вы должны получить свободу и иметь возможность полностью принимать участие в делах. Не используйте эти возможности легкомысленно. Будьте усердны и готовы находиться постоянно на страже. Свобода – это обязанность постоянного контроля. Объединяйтесь и готовьте себя к новым обязанностям. Благословение. Мы, ваши вознесенные владыки, вы, дорогие сердца, стоите на грани новой реальности. Те, кого назначили быть ответственными за доставку вам великого процветания, наконец, готовы завершить длительный процесс, начавшийся много веков назад. Наша цель – назначить им эту великую ответственность на основании их честности и глубокого усердия, что позволило нам знать, что в нужное божественное время эта великая задача будет выполнена. Настал момент этого священного завершения. Мы счастливы, что вы должны получить множество благ, предназначенных для вам. Пришло время окончания вашего порабощения на этой темной земле.
Вы должны получить освобождение вместе с этими благами. Должно, наконец, начаться время вашего просвещения. Мы также готовим уроки для вас. Они должны рассказать вам о вашем происхождении и о причинах вашей божественной миссии в этом мире. В дальнейшем это должно быть объяснено вашими братьями из Агарты, внутренней земли. По мере приближения к этому захватывающему времени, кажется, как будто этот мир не затронут тем, что мы ежедневно говорим и чувствуем. Большая часть того, что меняется, скрывается еще всем старым. Несмотря на это, то, что вы видите, это фальсификация. Это безумная сфера, полна уловок. Тьма понимает, что делают небеса. Несмотря на разочарование, оставайтесь сосредоточенными на своем видении и награде. Которую оно содержит. Вы могущественные люди. И мы прибыли, чтобы признать это и поддержать вас. Этот мир показал всю жестокость и ее последствия. Эти причины и их последствия готовы к преобразованию. Свет поступил и проходит заключительный этап преобразования ваших беспокойств и поразительные вещи, о которых вы долго мечтали. Наступает славный момент вашей новой ответственности. Используйте свое видение, и пусть ваши истинные мечты направляют вас. Небеса понимают, кто вы на самом деле, и указывают вам путь к новой реальности. Это небеса послали вас на этот финальный путь, ведущий к полному созиданию. Мы просто божественный инструмент этого священного пути. Пришло время начала нашей общей истории. Вы находитесь в процессе подготовки вашей души и тела к преобразованию в кристаллическую версию, которая является вашим полностью сознательным «Я». Вы прошли через огромные трудности на этом пути, которые были отражением вашего ограниченного сознания. Несмотря на то, что это принесло некоторую боль и разногласия, будьте благодарны, что это не было апокалипсом. Будьте благодарны, что это не было апокалипсисом, как могло быть. Вы находитесь на завершающем этапе новой сферы. Ваш путь очищен для победы. Сегодня мы продолжили нашу миссию предоставления вам полного отчета о том, что происходит на земном шаре. Тьма проиграла, и все, что осталось, это необходимость быть осторожными и не спешить. Ваши блага прибывают, и вы должны вскоре увидеть,
как они проявятся перед вашими удивленными глазами. Знаете, дорогие, это нескончаемые ресурсы и бесконечная процветание небес. Действительно ваше. Пусть будет так. Будьте едины с Сириусом, будьте в радости.